Отель «Дельфин Делюкс» находится в городе Аланья. Аэропорт Анталья на расстоянии 90 километров от отеля. Рядом стоящие отели «Мукарнас Резорт» и «Ботаник Платинум». Отель открыт в 2001 году. Последняя реновация проводилась в 2013 году. Общая площадь территории отеля составляет 50 тысяч квадратных метров. Это размер выше среднего. Состоит отель из одного шестиэтажного здания и одного дополнительного корпуса семиэтажного. Собственный песчано-галечный пляж находится рядом с отелем. На пляже, естественно, все бесплатно. Есть кабинки для переодевания, спасатель, имеется бар на пляже, душ, заход в море, песок и галька. В отеле 3 открытых бассейна, глубина 1,5 метра, площадь у всех бассейнов разная, максимально 1200 квадратных метров. Имеется 2 детских бассейна, глубина 40 сантиметров. Площадь большего бассейна 157 квадратных метров. Аквапарк 2 бассейна 44,50 квадратных метра. Глубина в бассейне аквапарка 1,1 метра. Ну, естественно, есть закрытый бассейн. Рестораны. Основной ресторан называется «Парк». И, кроме того, 7 а-ля-карт ресторанов. За время проживания посещение каждого а-ля-карт ресторана по одному разу бесплатно. Ну, как обычно, это турецкий ресторан, итальянский, рыбный, китайский, японский, средиземноморский. На территории отеля имеется 14 баров. 2 теннисных корта, торговый центр есть. Номерной фонд насчитывает 495 номеров с боковым видом на море или прямым видом на море, или с видом на окрестности. Цены будут несколько отличаться. В номерах представлен центральный кондиционер, спутниковое телевидение, Wi-Fi бесплатно в номере, мини-бар, в котором безалкогольные напитки, пиво и вода пополняются ежедневно, бесплатно. Имеется душевая кабина в санузле, сейф бесплатно. Обязательно имеется балкон в каждом номере. И софа, дополнительное спальное место в каждом номере. Напольное покрытие, ламинат. Уборка номера проводится ежедневно. Смена белья 3 раза в неделю. Смена полотенец ежедневно. Стандартных номеров больше всего, их 416. Площадь стандартного номера 27 квадратных метров. Максимальное размещение 2 плюс 2 или 3 плюс 1. Имеется Family Room, площадь 43 квадратных метра. Максимальное размещение 2 плюс 3 или 4 плюс 1 человека. Этот номер двухкомнатный. Вот важно знать, что имеется межкомнатная дверь. В одной спальне одна двухспальная кровать и софа. А в другой комнате две односпальные кровати. Услуги в отеле. Бесплатные услуги, ну, естественно, анимация есть на русском языке. Живая музыка в определенные дни по расписанию. Турецкая баня, сауна, парная – это бесплатно. Фитнес-центр бесплатно. Посещение амфитеатра, кинотеатра. Имеется дискотека, начиная для взрослых, настольный теннис, дартс, пляжный волейбол,
теннисные корты с освещением, аэробика, водное поло, водная гимнастика, степ. Это все бесплатно. Но о платных услугах не буду говорить. Для деток. Кроватка по запросу. Для деток анимация на русском языке. Открытый детский бассейн, о котором я говорила. Там имеется одна горка детская. Есть скрытый детский бассейн. Мини-клуб для деток от 4 до 12 лет. Детская площадка выделена. Игровая комната. Детский кинотеатр. Детская мини-дискотека по вечерам. Работает лунопарк. Имеется детское меню в ресторане. Детские стульчики и детские коляски. Ну, для деток тут выбор довольно большой. И отель этот пользуется хорошей репутацией. Тут много повторных посетителей этого отеля. Повторные туристы. Еще расскажу отдельно о ценах по раннему бронированию на май месяц. Итак, дорогие друзья, ориентировочная стоимость в этот отель Дельфин Делюкс Резорт 5 звезд составляет на 9 мая на 7 ночей 98 198 рублей. Такая цена установлена сегодня на эту дату. Двое взрослых, ультра все включено, номер стандарт с видом на территорию. Спасибо всем за просмотр. Если вам видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами была Людмила.